Польша может получить крупнейшее в истории Евросоюза финансирование – около 770 миллиардов злотых. Средства в большей мере предназначены на ремонт больниц, модернизацию школ, реконструкцию национальных и локальных дорог и железных дорог. Воеводство получит деньги пропорционально количеству жителей. Например, Великопольское воеводство может попасть около 70 миллиардов злотых. Власти воеводства планируют инвестировать в развитие сельского хозяйства, инфраструктуру, цифровизацию, окружающую среду, образование, здравоохранение и новые рабочие места. В рамках бюджета ЕС Польша может рассчитывать не только на невозвратные средства из многолетней финансовой базы, но и на деньги, выделенные в фонд реконструкции. На основании этого фонда правительство разрабатывает национальный план реконструкции. Он призван укрепить экономику страны и позволить быстрее выйти из кризиса, вызванного COVID-19.